Добрый день или добрый вечер, мои дорогие друзья. Мне кажется, сегодня будет один Доброе утро. Доброе утро. У нас доброе утро. Сказала Саша, оператор мирового масштаба, которая, мне кажется, еще спит. Итак, мне кажется, сегодня у нас будет самый-самый быстрый выпуск. Салат называется «На скорую руку». Итак, что нам понадобится? Здесь у меня смесь салатов. Здесь романа, мангольд, руккола, фриссе. Далее, помидоры. Можно использовать один сорт помидоров. Мне просто нравится, когда в тарелке помидоры разных сортов. То есть вот у нас, например, такой бакинский помидор, сладкий, очень вкусный, рыночный. И черри. Далее моцарелла, лимон, оливковое масло, соус бальзамик. И если вы любите, я, например, очень люблю, можно также добавить авокадо. Итак, приступим. Это не соус бальзамик, это крем бальзамический. Вы абсолютно правы, простите, пожалуйста. Именно крем. Мой оператор меня только что спас. Потому что я, вот видите, тороплюсь и совершенно неправильно сказала. Обратите внимание, что должен быть не соус бальзамик, а именно крем. Сашенька, возьмите полки пирожек. Потому что это оператор покупал его. Это мой оператор знает. Берем наши помидоры и отправляем их сюда. Так, что мы делаем дальше? Я не люблю, когда все как-то вот так вот слишком аккуратно, поэтому я беру вот этот вот сыр прекрасный моцарелла и просто вот так вот начинаю его... Черт, я думала, почему у меня не так вкусно, как у тебя получается. Кажется, я его режу, а ты... То есть можно просто вот так вот его порвать и не тратить время для того, чтобы... Я тоже так всем советую, что действительно вкуснее, как я не додумала. Вот. Ну, в общем, мне кажется, вот такого количества достаточно. Для любителей авокадо что мы делаем? Разрезаем вот так вот пополам. И мы берем ложку, именно ложку. И вот так вот из авокадо. Я не люблю. Саша не любит. Кладем сюда вот такие куски. Мне кажется, тоже гораздо вкуснее, когда это именно так. Я бы на вашем месте не портила авокадо. Это прекрасный салат. Ну, на вкус и цвет, как говорится. Это же выглядит. Итак, ну что же, остались последние штрихи. Так, мы берем оливковое масло, делаем вот так вот. Берем крем-бальзамик, делаем вот так вот. Берем лимон и пару капель добавляем. Дорогие друзья, салат готов. Друзья, приятного вам аппетита, приятного аппетита мне. Я вас целую, люблю. И что я могу сказать относительно этого салата? Ну, кладезь витаминов, кладезь, понимаете? И главное, можно было этим кладезем накормить оператора. Спасибо, дорогие друзья, до свидания. До свидания. Машенька, почему ты не сказала, что мы будем готовить в следующий раз? О, в следующий раз мы будем с вами готовить мою любимую рыбу, одну из любимейших рыб, дорадо.